Все, у меня пошло. Уважаемые друзья, по приезду в Москву Дмитрий Куптенков, мой лучший партнер, сказал: деньги снял, я забыл, сегодня 5 денег не снимал. Друзья мои, надо снимать деньги. Смотрите, самое главное, да. Карточка видно, да? Global Cash Card, нахожусь в Москве в аэропорту. Какой? Внуков. Супер. Вставляем карту. На ваши глаза делаем. Раз. Выбираем русский язык. Рубли. Продолжить. Выбираем сумму. Давайте. Сколько? 6 тысяч? Чего? Пойдет. Okay. Хватит. Мелкий расход. Что это нужно? Друзья мои, ну что написано? Запрос одобрен. Деньги выдаются. Вот. Самый ответственный момент. Самый ответственный момент – это симфония 6 ля минор Бетховена. Слушай внимательно. О! Ура! Вот. С американской карты снимаешь легко, ненапряженно и самое интересное – пока снял, деньги опять пришли. Представляете, вот это толк нужно. Друзья мои, действуйте, 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 и тоже будете снимать в любой точке мира. Всем пока, мы поехали куда-нибудь на мероприятие.